хорошо, но я... Принять машину на проверку качества. Да. Мы не отказываем вам в проведении проверки качества. Проведем. Дальше. Если мы устанавливаем, что дефект гарантийный, производство. Все, мы провели. Ну, это понятно. Мы оказали вам услугу. Если вы считаете, что он не гарантийный. Да. Если мы считаем, что он не гарантийный. Правильно. Правильно? А вы не согласны. Нет, нет. Мы, либо это, вы можете быть согласны. Совершенно нет. Тогда, вы сейчас говорите правильно. Ну, то есть два варианта. Да, то есть либо вы согласны, и, соответственно, мы провели проверку качественно, не гарантийного дефекта. Мы оказали вам услугу по диагностике автомобиля. Вот тут вы чуть-чуть ошиблись. Во-первых, услугу диагностики никто не заказывал. Давайте забудем слово диагностика вот сразу. Напрочь. Ну, проверки качества. Вот, проверка качества. В соответствии с вот этим законом, проверка качества, не экспертиза. Да? Проверка качества проводится по заявлению потребителя. Все. Больше. Экспертиза проводится за наш счет, и это написано. А потом написано, что в случае негарантийного я возмещаю. Здесь прямо об этом. Про экспертизу. А проверку качества вы должны проводить. Ну хорошо, проводите ее платно. Но. То есть проводится, оказывается, услуга. Ну, нет, качества. Услуги нету. Это... Но если вы просто хотите узнать техническое состояние вашего автомобиля, вы приехали. Он не хочет узнавать техническое. Он заявил конкретный недостаток, который он обнаружил. Все. Я посмотрел, мы проводим проверку качества. В случае обнаружения. Замечательно. Замечательно. Так и проведите. Так давайте проведем проверку качества. Вот у нас куча споров. Что нам мешает-то? Исполните вы эту самую обязанность, проведите эту самую проверку качества. Вот, и вот по ее результатам уже мы будем тогда обсуждать. Гарантийный случай, не гарантийный. А то сейчас там вылезет, что это сразу вы придете, увидите у вас специалист. Да это гарантийный случай. И получится, что мы говорим, много времени возможно, тратим. Да, возможно, и так. Ни в чем. Но. Мы берем машину. А если это они. Подождите, если это не гарантийный случай, вы сочтете, это у вас есть такое право. Тогда у нас подключается второй пункт про экспертизу. Да. Ну, если вы не согласны. Да. Вы же можете быть согласны. Конечно. Значит, да. Это очевидный дефект, с которым вы можете согласиться. Нет, вот я поэтому и говорю. Если вы не соглашаетесь, мы естественно. Совершенно верно, да. Вот. Это понятно. Но даже если без всякой экспертизы. Вот мы не согласились, вы говорите, что это там эксплуатационный недостаток. Не вопрос. Без проблем. У вас есть вполне законное право, если вы считаете, что это должно быть оплачено, подать на него в суд. Без проблем. И я его в суде с удовольствием буду защищать. Еще ничего без подписания акта. Так давайте акт. Я подпишу акт. Только правильно оформленный. А не на техническое обслуживание. Техническое обслуживание, но я приехал на ТО. Мы не знаем, что это гарантийный ремонт. Мы не знаем, причем. Хорошо, на проверку. Подождите, подождите. То есть после проведения проверки качества, давайте так. Мы уже заполним в случае гарантийного дефекта. Мы с вами оформим заявку на гарантийный ремонт. Нет, сейчас. Ничего подобного. Вот смотрите, он обратился к продавцу. В вашем акте кто написан? ООО-сервис. Кто такой ООО-сервис? Это уполномоченная организация, оказывается. Откуда я, вот как потребитель, могу знать, что это уполномоченная организация? Он обращается к продавцу. Продавец СТК-сервис. Поэтому мы просим, чтобы сюда подошел специалист от СТК-сервис и оформил этот акт. Ой, ну, от СТК-центр. И оформил этот акт от ООО СТК-центр. Да. А с ООО-сервисом мы, сейчас не оказывает услуги по мы не сервису. Просим оказывать услугу. Мы просим, чтобы продавец принял товар на проверку качества. А как он вы понимаете? Нас не волнует. Я между уже... продавцом ООО СТК-сервис и ООО СТК-центр. Давайте так. ООО-сервис заключен договор, отлично. По которому можно тогда я прошу к вот этому акту приложить копию этого договора. Вот все, что вы говорите, вы должны доказать. Подтвердите полномочия ООО «Сервис» на ответственность вместо продавца СТК-центр. Подтвердите эти полномочия. Просто вы тоже меня поймите, да, я по гарантии отдаю автомобиль, я не хочу, чтобы мне потом сказали, ну, вы можете присутствовать, смотреть. Нет, мне скажут, вы присутствовали, как какой-то сервис копался, и вот у вас и полно, вот теперь нет, именно так и говорят. Просто поверьте, у меня есть достаточно хороший опыт. Мы здесь так работаем, мы не занимаемся обманом потребителей. Я не говорю про обман потребителей. Вы изначально уже подходите с таким подходом, нет, что мы... Ничего подобного. Человек...
покупал автомобиль у продавца. И ответственный перед ним продавец. Все остальные ООО... Продавец ответственный. За что? За производственный недостаток. Вот за все. За качественный товар. Нет. За качество продаваемого за товара. За оказываемые услуги. Так а там есть другой лицо. Нет. Так оно же было на вес. Ответственность за установку. Так суде скажете, ООО «Сервис» давайте сделал уберем, какой-то. Оно и ответственное. Давайте уберем промежуточный. Я прошу, давайте мы уберем этот ООО «Сервис». Мы не заказываем услугу по проверке качества. Ну как вы не понимаете? Мы не пришли заказывать услугу по проверке качества. Я еще раз поясняю. Мы здесь пришли, чтобы сдать гарантийный автомобиль по гарантии. Все. Требования по претензии предъявлены уже давно. Сроки уже пошли. Понимаете? От того, что вы там сейчас примете, не примете, сроков это не изменит. Более того, ваша ситуация это ухудшит в суде многократно. Ваш отказ принять как представителя СТК-центра. Я правильно понял? Вы же представитель СТК-центра? Я его сервис. То есть вы не представитель СТК-центра. Давайте позовем сюда представителя СТК-центра. К сожалению, сегодня нет. К сожалению... Они меня записали на гарантийный ремонт? И вас записали на проверку качества. Ну хорошо, на проверку не качества. На гарантийный. Хорошо, гарантийный ремонт будет только на после проведения качества. Проверки качества и подтверждения гарантийного случая. Хорошо, меня записали на проверку качества. Я писал заявление на имя директора СТК-центра. Они мне звонили, записали меня, но записали и сами здесь не присутствовали. Работу проверки качества, оказывается. А можно документы, чтобы я... Ну, просто мне потом скажут, что я знаю непонятно, кому машину. Просто чтобы доказать, подтвердите ваши полномочия. Нет, подтвердите ваши полномочия. А с просьбой предоставить данный договор, вы его сейчас предоставите? Очень простой вопрос. Нет. Почему? То есть вы не можете подтвердить ваших полномочий. То есть мы должны верить просто вам на слово. Вы можете запросить, мы вам ответим. Нет, я задаю простой вопрос. Мы должны верить вам только на слово? Только потому, что вы стоите с той стороны прилавка, а не с этой? Ну, я вас понимаю. Замечательно. Сегодня я не могу. Просто здесь может стоять какой-нибудь шот-сервис, да, я его дам. Они потом скажут, ты привез, я не знаю, поставил возле нас, здесь находился какой-то шот-сервис. Я даже нахожусь сейчас, да, даже могу сказать из обстановки, я нахожусь сейчас даже в Дацане. Вот я смотрю, вот. Поэтому, пожалуйста, давайте мы будем найдем сейчас специалиста, продавца из СТК-центра и будем общаться. Нет, не работают, побудьте меня. Найдем специалиста, из СТК-центра. Причем он все равно вам скажет то же самое, что и я. Нет, я не против. Я не могу ему обязывать что-то говорить. Он может говорить все, что угодно. Я просто хочу, чтобы было понятно, что это человек именно из СТК-центра. Чтобы мы с ним. Получается, что мы сейчас зазря вот гонялся эвакуатор. Ну, да. Просто я понимаете, да, не собираюсь с вами ругаться. Просто я тоже не хочу, чтобы. Вы изначально просто непонятный мне подход заняли. То есть, правильно. Если мы проводим проверку. Юридически грамотно, я поясняю, юридически грамотно. Мы заняли юридически грамотную выверенную позицию. Делать строго по закону. Ну, я к примеру. Да. Приезжайте, хотите узнать, что вы разбили. Да. Да, и преподносите вот это, вот таким образом. Замечательно. Потребительский экстремизм. Не более того. Почти. То есть вы даете не гарантийный случай, а гарантийный. Правильно. Да. И что вы тогда делаете? Следующий ваш шаг какой? Вы идете Если в суд, подаете на меня в суд и его выигрываете. Вы в суде доказываете, что случай был не гарантийный, и я вам заплачу помимо того, что еще все, что вы там 2000 рублей, еще я оплачу стоимость вашего юриста в 50. То есть красота для вас. Просто ввозь СТК-центр, заключил договор с сервисом. Вы должны это подтвердить. Но он просто находится в административном отделе. Простите, как его зовут? Константин, вот смотрите, вы просто обязаны это подтверждать. И одно из них будет как раз нарушение статьи 8-10. Вот давайте, да, мы открываем у нас. Да, это СТК-центр, понятно. Вот смотрите. Видите, статья 8? И статья 9. И статья 10. Вот эти три замечательные статьи, которые вы можете исполнить сейчас и обязаны исполнить, предоставив этот самый договор
между ООО «Сервис» и СТК-центром, на который вы ссылаетесь. Тогда вы исполните. Если вы его сейчас не предоставляете, то вы нарушите все эти три статьи. Лично вы.